«Синий трактор» представляет. Колеса. Ну ничего себе! Это как же надо было ехать, чтобы колеса отвалились? Сразу все четыре не отвалились бы. Их сюда кто-то привез. Кто? И зачем? Если бы я знал. Надо повесить объявление. Кто потерял колеса, приезжайте к грузовику. А почему это к тебе надо приезжать? Почему не ко мне или не к синему трактору? Да потому что у меня сейчас кузов пустой, и я могу эти колеса туда загрузить и возить сколько угодно. А тебе их положить некуда. Хм, ну и ладно. Если кто-то эти колеса потерял, то как же он к тебе приедет без колес? Да, и правда. Я знаю ответ. Никак. И вообще интересно, как он отсюда без колес уехал? Он мог улететь на воздушном шаре. А, да, мог. А колеса ему пришлось оставить на земле, потому что воздушному шару было тяжело его поднимать, да? Тогда будем просто ждать его возвращения. Пум-пум-пум-пум. В небе никого. Эх, кем нужно быть, чтобы бросить свои колеса и куда-то улететь? Непонятно. Согласен, очень странно. Значит, эти колеса кто-то сюда привез специально и уехал. Надо посмотреть вокруг с высоты. Вдруг он еще где-то рядом. Никого не видно. Никого. Все чисто. А я тогда просто покачаюсь, раз вы все горки заняли. Привезти их сюда могли немногие. Или грузовики, как я, или такие же тракторы, как ты. У трактора же нет кузова. Зато есть ковш. Трактор, попробуй взять эти колеса в ковш. Понятно. Значит, колеса сюда привез или ты, грузовик, или ты, синий трактор. Делать мне больше нечего. Я точно знаю, что это не я. И не я. А может, эти колеса для кого-нибудь из нас? Запасные? Может быть. А зачем? А может, это были твои колеса, синий трактор, когда ты был маленький? Точно. Надень их, и мы сразу увидим, твои они или нет. Да они мне сейчас не налезут, вы что? Я вон какой большой, а колеса совсем маленькие. Ну надень, надень их, синий трактор, а мы посмотрим. Чего только не сделаешь для своих друзей. Ой, не могу. Это точно не наши колеса. Почему ты так решил? Да потому что мы растем вместе со своими колесами. Сначала, когда мы были маленькими, они были маленькие. А сейчас вон какие большие. Но куда же нам их девать? Они такие хорошенькие. Жаль будет, если они просто будут тут валяться. Ну и пусть валяются. Только не здесь, а вон там, в углу на площадке. Я придумал! Вот у тебя, грузовик, есть кузов, и ты можешь хоть что возить в нем. А у меня ковш. Я туда много чего могу положить. А у поливалки есть только цистерна, и она ничего другого, кроме воды, возить не может. Давай ей сделаем прицеп. Давайте! Ой, как здорово ты придумал! Согласен! И сейчас я привезу доски для этого прицепа. А я привезу веревку, чтобы можно было привязать этот прицеп к тебе. А я что привезу? А ты жди здесь.
Мы скоро вернемся. Вот доски, рама для прицепа и оси для колес. А вот веревка, чтобы привязать прицеп к поливалке. Ну ничего себе! Берем раму, приделываем к ней доски. Это будут борта для прицепа. Готово! Теперь приделываем оси для колес. Раз, два. И устанавливаем на оси 4 колеса. Одно колесо, 2, 3, 4. Все 4 колеса на месте. Здорово! Прицеп готов! Осталось привязать его к тебе. Поворачивайся и подъезжай к нему задним ходом. Готово! Поехали! Давай! Здорово! Так непривычно ездить с прицепом. Спасибо вам, друзья! Теперь я тоже смогу возить разные грузы. Как приятно помочь другу! Ты согласен со мной, малыш? До новых встреч! Невероятно! Наконец-то это свершилось! Синий трактор представляет! Впервые в вашем городе! Музыкальная интерактивная сказка, сюжет которой разворачивается прямо в зрительном зале! Вместе пели и играли, очень любим мы играть! Максимум игр под любимые песни хиты синего трактора! Реквизит, с которым можно играть, не вставая с места. А живые декорации создают необыкновенную атмосферу и обеспечивают полное погружение малышей в действие. Это не просто спектакль, это мультфильм на сцене. Далеко и близко, высоко и низко, да? Ну, наверное, вот это самое известное, которое по полям. Синий трактор едет к нам. Больше всего нам нравится песенка «Ягодки». Ну, у меня вообще самая любимая песенка – это «Едет-едет трактор», и у ребенка тоже. Синий трактор по полям, по лесам. Мы знаем кисок, собачек и всех животных именно из этого мультика. Понравилось, что использовалась какая-то техника типа навигатора, телефона. То есть, мне кажется, детям именно вот эта составляющая интересна. У нас маленький еще малыш, поэтому ему запомнился сам трактор большой такой, что он вот такой веселый и поет на сцене. Такое бодрое выступление ваших актеров. Не ожидал, что персонажи могут выйти, так сказать, из телевизора. Да, понравилось. Ну, для малышей точно в самый раз. Ну да, конечно. Песенки все знаем, все смотрим мультики, все подпеваем. Очень, очень. Мы планируем еще не один раз сходить. Малыш, давай смотреть дальше! Нажимай скорее на эти картинки. Малыш! Чего же ты ждешь? Нажимай!